все идет от сердца, и ум старается это контролировать. И все события, они уже дают нам какой-то урок. Но мы можем переживать, напрягаться. И вот я рекомендую первое – это расслабиться, даже если там у нас какая-то ссора там с ребенком, мы поругались. И воспитывать ребенка не через напряжение, а через расслабление. И тогда, если мы это делаем через расслабление, он нас начинает слышать. А если мы через напряжение его воспитываем, он нас не слышит, у нас борьба. То есть расслабьтесь, на лице улыбка, на сердце радость. Все идет своим чередом. Совокупность всех действий равно нулю.